Чтобы ваша корпорация не превратилась в корпорацию монстров, рекомендуем следовать нашему примеру. Раз в полгода устраивать корпоративный отдых. Ингредиенты – солнце, вода, еда, а главное – ваши коллеги. Рассмотрим очевидные плюсы. Наконец, никто не дает никаких распоряжений. Никто ничего не делит между собой. Все активно переключаются от служебных романов к обсуждению самого нового и прогрессивного. Мы обсуждаем какие-то проблемы новые, а может быть даже старые. Ума прекрасные порывы не могут остаться незамеченными начальством. Молодцы! Аборигены, постепенно цивилизуетесь! Психологи утверждают, что после второго часа подобного общения заканчивается период адаптации и начинается сближение. Это не сближение, это уже близость. И это ничего, что не знаешь всех по именам. Зато теперь всех знаю по телам. Чтобы тела оставались узнаваемыми, их нужно питать. Минимум в 4 подхода. Помните, если коллектив творческий, он будет требовать пищу духовную, то есть из духовки. Главное, вовремя подали мясо, потому что без мяса человек – это все равно, что селедка без икры. Активное пережевывание пищи должно перейти в активное ее переваривание. Чтобы оно не закончилось, еще не начавшись, развлечение наподобие зорбинга лучше отложить на 1,5 часа. Начните с разминки рук. Плавно перейдите к ногам и тазу. Участвуйте в коллективной йоге. И не отговаривайте коллег, если у них появятся более странные желания. Я лучше на этом, на быке на каком-то попляшу, как Мадонна. Многие, безусловно, выберут водные развлечения. Напоминайте им о технике безопасности, а то знаете, как бывает. Пусть у вашего коллективного тела будут хранители, отличающиеся трезвостью. Взгляды на вещи, конечно же. Нам все видать отсюда. Ну а танцевальную терапию советовала еще Айседора Дункан. Вот, танцуем! Помните, завтра обязательно наступит. Главное, чтобы оно вас не раздавило. Завтра будет работа, работа и еще раз работа. Отдыхайте лучше не друг от друга, а друг с другом. Дина, дежурная по рубрике.